на этой выставке у меня есть несколько работ, которые я в свое время копировал. Правда, я копировал иллюстрации, старался хорошо скопировать иллюстрации, миниатюры Камальдина Бекзода. Здесь ряд его миниатюр есть, которые я покажу вам. Это купальщицы, строительство мечети в Самарканде и отец навещает Меджнуна в пустыне. Это именно работы Камальдина Бекзода. И я старался идеально точно скопировать их, показать зрителю искусство древнего нашего знаменитого художника.